Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Барон. И сегодня в данном видео я запускаю розыгрыш одного донат-кода на 1 000 000 вирт. Напомню сразу, то что донат-коды работают на всех серверах проекта SumperP, также, в принципе, как и мой промокод Решетка Корен, который есть в описании, при вводе которого по достижению 5 уровня вы получите 450 тысяч вирт. Что касательно донат-кода. Вы его можете ввести в любое время, но советую вводить вам его в выходные дни, когда будут включены бонусы, потому что так вы получите 1,5 миллиона вирт, а не 1 000 000, то есть плюс 500к. Ну и плюс, если еще мой промокод будет, то еще 450, это практически 2 миллиона вирт, как с куста у вас уже будет эта машина, дом, ну я думаю, вы знаете, куда эти деньги можно будет выгодно вложить. Для участия в данном розыгрыше вам необходимо обязательно подписаться на канал, так как мы идем к 100 тысячам подписчиков, и я буду вам очень сильно благодарен, если вы подпишетесь на мой YouTube канал. Также поставить лайк этому ролику и написать любой положительный комментарий по поводу данного видео, будь то топовый видос, ну или сами решите, что написать. Поэтому, ребят, жду ваших комментариев под этим роликом и также в комментариях оставить какую-либо связь, будь то Discord, либо же ВК, чтобы я смог связаться с победителем и вручить ему этот донат-код. Кстати, донат-коды мы теперь будем разыгрывать в каждом видеоролике и где-то по 1 000 000 будем вам отдавать. С вас, соответственно, только активность, подписка на канал и обязательно лайк. Сегодня я решил пранкануть ЛСА. Как я решил их пранкануть? Как вы знаете, у меня есть команда по выдаче скинов и по выдаче автомобилей. Сегодня мы будем рандомным игрокам, которые находятся на ЛСА, это наши военные, доблестные, которые защищают ЛСА от бандитов, выдавать различные смешные скины. И посмотрим, собственно говоря, на их реакцию, также на их реакцию в репорт, что же все-таки будет. Хочется сразу сказать, я не предупреждал администрацию, то есть у меня нет в роликах какой-то постановы или еще что-нибудь такого рода. У меня ролик записывается и, соответственно, никто не знает, что я снимаю, что я делаю, чем я, собственно говоря, занимаюсь. И реакция администрации, реакция игроков будет максимально настоящая, то есть они действительно будут смотреть, что происходит и, соответственно, как-то на это реагировать. Ну что ж, перейдем непосредственно к ролику. Я очень долго ждал, пока они захватят порт ЛС, но, к сожалению, у них ни хрена не получилось. Именно поэтому мы сейчас смотрим вот за этим человечком и попробуем выдать ему какой-нибудь скин. Давай, ну, допустим, 2-3-3 скинчик. Посмотрим, как он на это отреагирует. То есть вот такая вот тяночка он стал сейчас. Посмотрим, что... Так, что такое? Что такое, братан? Куда ты побежал? Он, кстати, 3 уровень всего лишь, то есть он может и не понимать, что происходит вообще, почему он стал девушкой. Так, Леонардо подбегает к этому человечку, давайте, уважаемая. Да-да. Ё-моё, что происходит, что такое, подожди, он тоже стал, короче. Он тоже стал, о, говорит, все, понимаю. Так, ну чё, братан. Пацанчик и угорает, ё-моё. Во-во, говорит. Я о том же. Слушай, может они что-нибудь в репорт напишут хотя бы, типа, что за херня, кто фигнёй мается, так. 306 ID, Рэй Кастер у нас здесь находится. Ребят, если что, не обессудьте. Если вы смотрите этот ролик, да, ну, что тут за бардак? Рэй неожиданно постарел и облысел, что с ним происходит? Смотри, смотри, что происходит. Верните скин армейцам, мне вопросы странные, говорит, задают. Так, стой, допустим. Админ поменял, говорит. Смотри, что в репорт пишет, верните скин армейца, говорит, не смешно, мне вопросы странные задают. Что, говорит Амелия, что? Так, что, блин? Приколы, говорит. Так, ну парню давайте, тест-скин. 465-288. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то не то. Так, вернем ему скин армейца, потому что парень такой, видишь, ему странный вопрос задает, он и без того 3 левел, как бы. Не очень хочется, чтобы парня бедного уволили отсюда. Ну, сами, думаю, понимаете то, что... Как говорит, проникли. Благодарю. Он чё, он... Что? Документы, говорит. А, понятно. А, нормально. Радует то, что многим это, видишь, многие так за лишние вопросы. Давай, говорит, приколист. 287. Так, этим ребятам мы, короче, возвращаем.
Пускай они теперь у нас как нормальные военные останутся, потому что, ну, вы видите, да, то есть я как бы скины им хоть и выдал, но все равно, так сказать, хочу, чтобы эти ребята без проблем как бы дальше служили, потому что, ну, вы, думаю, сами понимаете, да, то, что здесь что-то, блин, нечистое. Так, а здесь у нас сейчас просто-напросто идет, короче, призыв. Блин, интересно, что если сейчас сделать вот такую вот тему, то есть, понял, 2, 3, 5. Алану Мамедову. Это если что, полковник. Оба, чё случилось? Чё случилось? Снимает бронежилет, смотрит, как же без брони будет, нормально или нет. Но он понимает, что происходит. То есть он понял то, что ему изменили скин. Но, блин, он не знает, он знает меня или не знает. Насколько я знаю, знает. Типа, он меня по-любому. Так, пошел, смотри. Идет. Ля какой, идет, нормально. Смотри, встал, стоит, ё-моё. Он что, хочет обратно скин себе сменить или что? Ну-ка. Здорово, брат. Что-то ты слишком большой такой прям стал, слушай, вообще капец. Так. Он понял, короче, смотри, что делает, ё-моё, смотри, что делает, короче. Он встал в строй, то есть это полкан, понимаешь, он встал в строй, короче, как будто свой такой, тоже на призывчик пришел. Кто, говорит, последний? Алан у нас стоит, короче, как ни в чем не бывало, просто на призыве, блин. Хотя, ну, типа, полковник, все дела. Так, здесь у нас тоже Санта-Рояль. Так, давай, Санта-Рояль, посмотрим, как ты будешь реагировать, родной. Если это будет... Алан Мамедов там просто... Офигеть, не встать, ты смотри. Ты смотри, что просто происходит, ё-моё. Почему выбрали именно эти сухопутные войска? Так, стой. Есть, короче, идея. Но можно было бы и получше дать, говорит. Ну, вопросов нет, как говорится, хозяин-барин, родной. Хозяин-барин, в чем проблема? Давай. Как там у нас Алан Мамедов, короче, нормально. Стоит, родной, смотри, какой тест-скин. Так, давай. Давай, стоит, короче. Давай мы ему дадим, знаешь. О, слушай, мне кажется, это максимально так прям подходит. Ля... Здорово, брателло! Охренеть призыв, ё-моё! Я, говорит, полковник Мамедов, говорит. Слушай, ничего себе, слушай, а это реально круто. И как бы, ну видишь, воякам тоже настроение немножко поднимается. Здравствуй, милок! Он, смотри, он с двух аккаунтов сидит. Азим и Алан, то есть, видишь, Мамедов, все, найс. Но они меня типа знают, это все нормально. Мисс говорит. Ну а на этом я заканчиваю данный видеоролик. Спасибо всем огромное, кто посмотрел его. Напоминаю то, что мы идем к цифре 100 тысяч подписчиков, поэтому буду очень вам благодарен, если вы подпишетесь на мой YouTube канал. Желаю всем удачи, ребят. Надеюсь, я вам тоже поднял настроение. И всем до скорых встреч. Если хотите таких же пранков, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.